Я не знаю, если вы здесь вот такие люди, что вы уничтожаете и ненавидите, и ну меня до болезни довели, что я хронически теперь кашлю, у меня антивоенное искусство. Нифига себе. Это, наверное, он молоденький, упал с крыши. Я не знаю, что ждет это поколение, что их ждет. Смотри, везде, в каждом этом бородатый Борис такой, кофе они пьют. Или что это? Если я, вон, смотри, сколько кровь. Смотри, моя кровь. Я пожертвовал ради этих двух кусочков, совершив акт. Два кусочка священной стены. Только я отношусь к этой стене как к священной стене. А вандалы, они уничтожают все. Вот они идут. Куда вы идете? Куда вы идете? Какой смысл вам туда идти? Куда вы идете? Куда вы едете? Какой смысл? Скажите. Какой смысл? Зачем вы выполняете эти ритуалы? Зачем вы одеваетесь в это? Зачем вы? Зачем все это вообще нужно? Скажи мне, а? Скажи, зачем все это? Если они уничтожают мои рисунки. Вот это вот они не уничтожают, а мои рисунки антивоенные и просто пейзажики безобидные, они уничтожают, стирают. Это какие-то злобные. А вот это вот бесконечно будет. Вот это бесконечно. Арт-инсталляция. Надо написать здесь. Это арт-инсталляция. Только мне нечем писать, я не хочу даже. Это арт-инсталляция, просто знаете. This is art installation in my city. I'm Александр Ленин. I'm living in this city. This is beautiful city. This is city. Destruction my art. My landscapes. My anti-war art. Anti-war пропаганда арт. And in this city, in the all places, war пропаганда. War пропаганда, war пропаганда. Forever and never in this city. And they destruction my art anti-war пропаганда. And this is like this, but my landscapes, but not like my landscapes. Бывает чуть-чуть. Ай, блин, смотрите, вот им нравится вот это все, а мои пейзажи им не нравятся. Смотрите, какая труба, напоминает вот концлагерь. Смотрите, там вон, и вон туда трупы, вывозится пепел. Короче, какая-то жуть. Здесь, по-моему, уничтожили, да, мы? Не хочу даже снова смотреть. Еще закрыли границы на год. Они навсегда закроют, короче. А вон, посмотри, по какому вот сайт Дерарт написано мелками. Они не замечают просто его.